столице Англии принято накануне Нового года заворачивать большой колокол Биг Бена в одеяло, чтобы звук слышен был только возле ворот. А затем после 12 ночи его раскутывают, и звон слышен по всей округе. Новогодний дедушка, который дарит подарки, называется здесь Санта-Клаус. В эту ночь в Англии также открывают двери, чтобы выпустить старый год и впустить новый. В Дании Новый год встречают рисовой кашей, в которую подбрасывают орешек. Считается, что та девушка, которой он достанется, в этом году выйдет замуж. А поздравляют в праздник Нового года в этой стране Юли Томти или Святой Николас. В Италии в Новый год принято выбрасывать старые вещи из окон. Считается, чем больше выбросить старья, тем больше новых вещей получишь в новом году. А подарки дарит всем итальянская старушка Бифана. В Германии считается счастливой приметой встретить в новогоднюю ночь трубочиста и выпачкаться осажу. Поздравляют с приходом Нового года немцев Санта-Клаус, и появляется он на ослике. Дети готовят специальную тарелку для подарков и кладут сено в башмаки для ослика. А в 12 часов ночи принято впрыгивать Новый год с радостным криком «Гоп!». В России праздник Новый год встречают с Дедом Морозом и Снегурочкой, накрывают праздничный стол, ставят праздничную елку. Этот праздник принято встречать у нас с салатом оливье и селедкой под шубой. Принято дарить друг другу подарки, которые кладут под елку. Установил этот праздник Петр I, начиная с 1 января 1700 года.